Короче, братуха, пошли мы, значит, на актерские курсы. Я вообще не хотел туда идти. Приходит, короче, ко мне баба моя, говорит, я, говорит, хочу, говорит, на курсы, говорит, сходить актерские, актрисой быть хочу. Я сразу понял, какой-то кипиш назревает. Я говорю, а я тоже, может быть, актером хочу быть. Она такая, типа, я не очень, говорит, хочу. Говорит, чтобы ты был актером со мной. Я говорю, а слышишь, не долбет, говорит. И пошли мы, короче, на занятия первое сходили. Короче, я тебе говорю, там это какой-то, понимаешь, там дебилы одни собрались, там улюлюкают, бегают, там га-га-га-га, там типа ходят, что-то орут, визжат, прыгают, какое-то дебильно все. А потом это, значит, тренер их, самый блатной, говорит, значит, говорит, закрывайте все глаза, говорит, и ходите, говорит, с закрытыми глазами, типа, чувствуйте друг друга, вы, говорит, должны чувствовать друг друга. Ну, я такой закрыл, как бы хожу, типа, знаешь, такой, как бы прикольно, там, чувствуешь всех, да, ходишь такой, чувствуешь всех, да, знаешь, как бы классно. А потом открываю глаза. Опа. А мою, значит, эту красавицу тоже кто-то чувствует уже. Я говорю, что за кипиш, говорю. Я типа аж весь взъерепенился, так знаешь. Достал пистолет, как бы, как бахну в потолок, так бах. Короче, штукатурка обсыпалась вся, понимаешь, обсыпалась вся штукатурка. И я такой поворачиваюсь, говорю, слышите вы, говорю, актерики, говорю, а ну-ка быстро, говорю, вот это кто бабки хотел тренеру сдавать, говорю, сдавайте мне все бабки. Ну и все, короче, я все, как бы инцидентик, как бы с бабой произошел, но это, в принципе, не впервые мне такое, короче, я такую кипишню видел до этого. Ну, типа, что, бабки с тех собрал, ушел, теперь я в тот кружок больше не хожу больше. Поэтому я, Вася, тебе говорю, следи за своей бабой тоже, потому что она там что там у тебя ходит, куда там, на пилантес или куда. Так что следи за бабой, я тебе говорю. И все, туши свет, пока, короче.